они либо платят или не платят, потому что это бывает, правильно? Потому что если там, ну, кто-то приедет, допустим, официально из магазина и скажет, ого, у вас по наш бренд на этом самом магазине. Ну, то есть, либо как-то, то есть, они продают, то есть, например, даже если ты хочешь, то ты не продаешь больше, потому что он очень дорого стоит, там, не надо больше. А если просто маленький магазин, там, поставляют, то, ну, да, но, допустим, просто в магазине, ну, маленький магазин, там, как бы, ну, не обязательно там афишировать названием. То есть вот, вот в чем играет. Там роль играет либо на улице вывешивать, то есть то, что, все, что внутри, там не обязательно, там, ты продаешь, ну, допустим, как у нас продают Esprit, поняла, вот эти девочки. Они же франшизу не покупали, они там Tom Tyler продают, Esprit и все остальное. Ну, какая разница, что они там продают, правильно? Они покупают в Киеве и продают там Павел уже. То есть поняла, о чем я? Ну, спросил кто-то, да, я чуть позже призову вам, чтобы все. What did she say? I speak with my mom. I go in fast. Okay, what did she say? She said about, she asked, she can ask her a lawyer? About. Okay. You know, you tell me. You know what, you tell me. But it's a good idea, you know? Yeah, because...